Городской сад, который распахнул свои двери для брещан и гостей города около года назад, сегодня стал настоящей городской жемчужиной. Особый интерес вызывают лавочки, которые установлены вдоль новой аллеи. Именные скамейки изготовлены в едином стиле, и каждая из них прикреплена табличка с информацией о владельце и надписью-посланием. Последнюю установили совсем недавно. На ней выгравировано имя народного артиста Беларуси, известного музыканта и композитора Эдуарда Семеновича Ханка, и строчка из песни «Малиновка», «Как дорог край березовый в малиновой заре». Очень много было страданий, что скамейки будут разные, каждая скамейка будет по-своему. Это уже будет, конечно, эклектика. Поэтому здесь согласовано все, Эдуард Семенович, вот этот проект согласован с архитектурой. И вот по этой аллее будет идти все в одном проекте. Таблички даже одинаковые все, вы видите, да? Нам, конечно, более интересно личные какие-то посылы, личные позывы, понимаете, персонифицированные. Вот почему это вам очень важно. Вот дальше... Набережная, где идут сейчас работы, и дальше мы тоже будем увязывать эти два проекта. Но идея такая, чтобы этот парк не перегружать, чтобы это был городским садом. Такого особого назначения. Благоустройство городского сада продолжается. Концепция развития этого объекта предполагает появление новых зеленых зон и арт-композиций. А еще, если эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь станет стабильной к маю, то городская власть обещает, что в городском саду будет играть оркестр Брестской пограничной группы по выходным. Кроме того, на городской набережной слева от улицы Ленина, через дорогу от городского сада, планируется построить новый ЗАГС. Сегодня прорабатывается проект здания и ведется работа над эскизами. Но на этом команда председателя Брестского горосполкома не думает останавливаться. Сквер на Папанина между ЖРЭУ и Следственным комитетом. Вот этот сквер. Если туда зайти внутрь, а многие брещане даже там ни разу не были, вы просто удивитесь, что по площади сквер очень большой. Он с улицы кажется гораздо меньше. Хочется найти какую-то фишку. Понимаете, хочется найти какую-то не копию городского сада, не копию какого-то парка. Вот хочется что-то найти. Поэтому я прошу всех здесь присутствующих, да, опубликовал этот материал, чтобы мы получили какую-то встречную реакцию. То есть что? Вот какой этот вот сквер? Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.